достаточно сложная игра. И по накалу борьбы. Ну и, наверное, где-то по результату, потому что все-таки соперник достойный был очка. И я догадывался, мы играли с ними месяц назад. И я догадывался, я на установке сказал, что это будет совершенно другая команда. Ну, так и получилось, как я говорил. Поэтому, ну, есть команды соперник, хорошая, талантливая молодежь. Желаю им успехов.